Здравствуйте, дорогие подписчики, на связи Виктория Катыченко. И в этом видео я попробую проанализировать, что же происходит с нашим веб-трансфером. На сегодняшний день у меня вложение 3200, займы 2800, на кошельке 1064 доллара и на балансе 1906. Заходим в кошелек. Вы многие слышали новость, что ввели новый какой-то там счет, да, вот он, партнерский счет. Вот все деньги, я так понимаю, у всех, не только у меня, перекинулись на партнерский счет. Хотя, конечно, странно, потому что те деньги, которые вкладывались, допустим, мои личные средства, я бы хотела видеть на платежном счету, а не на партнерском, потому что с партнерского счета мы не можем вывести деньги просто так. Мы сначала должны их вложить на 40 дней почему-то, под 0,5%, то есть других вариантов нам не предлагают. Вот эти деньги я могу вложить на 40 дней под 0,5% в день, и только через 40 дней я могу что-то с них получить. Я даже еще не знаю, как это будет. По-моему, насколько я понимаю, я прочитала там условия, которые они сейчас предлагают, через 40 дней, вернее, каждый день процент будет капать именно на платежный счет, и уже с этого платежного счета я могу распоряжаться деньгами, либо раздавая микрокредиты, как раньше, либо выводя деньги, ну и как всегда, от 50 долларов. Здесь минимальный вклад тоже от 50 долларов. Также эти деньги можно как бы продать через сертификат, продажу сертификата, но деньги тоже поступят через 40 дней. И на момент, когда вы выставляете сертификат, деньги на платежный счет поступят через 40 дней, и на момент, когда вы выставляете сертификат из этих денег на продажу, проценты капать перестают. То есть, если вы выставили сертификат, вы уже процент не получаете. Ну, смысла в этом не вижу. Лучше, конечно же, тогда раздать эти деньги, как бы отдать на 40 дней под 0,5% и получать хотя бы эти 0,5% в день на платежный счет. А спонсор этого выпуска – канал «Официальные трейлеры HD». Хотите скоротать вечерок? Подписывайтесь на канал и выбирайте новый захватывающий сериал по вашему вкусу. Переходите на канал по ссылке под видео. Вот, как это все будет, я сейчас показать не могу, потому что я попробовала. Я нажала кнопочку «Вложить». Здесь у нас появилось новое вот партнерские средства. Когда мы нажимаем сюда галочку, тут автоматически выставляется количество дней и автоматически выставляется процент. И регулировать это нельзя. Допустим, берем минимальную сумму 50 долларов на 40 дней под 0,5%. Через 40 дней я получу 8 долларов. 10% моя прибыль, 20% отчисления в гарантийный фонд и 8 долларов моя прибыль. Вот эти вот 8 долларов должны попасть на уже тот счет, с которого я могу выводить или отдавать микрозаймы. Когда я нажимаю «Отправить заявку», ну, я могу создать много заявок, но сейчас проверим на одной. Мне высвечивается табличка, что вы не можете, сейчас дождемся ее. Для проведения данной операции вам необходимо погасить просроченные гарантированные займы. Просроченные. То есть у меня как бы просроченных не должно быть. Мне уже нравится. Сейчас я, конечно, проверю. Вот у меня на 17 число сегодня мне должны повозвращать деньги, я должна отдать гарантированные займы. Вот они все на 17 число у меня. То есть сегодня до конца дня мне возвращают мои вложения, надеюсь. Я, так, этот выплачен. Я погашаю займы, и в следующем видео я покажу, каким же образом будет система дальше пропускать, и что можно будет в этой ситуации делать. Не знаю, чем закончится эта история, хочется верить в лучшее, но я скептически отношусь вообще с самого начала к этому проекту, и для меня удивительно, что он так долго держался. Я, конечно, очень надеюсь, потом, как вы видите, сумма как бы у меня тут не маленькая, мне бы было ее приятно вывести. С удовольствием я это делала раньше, то есть у меня выводились деньги без проблем, но на данный момент правила изменились, и вот ожидаемая прибыль по вкладам 528 долларов, ожидаемая партнерская прибыль 360 долларов,
так, отчисления. Короче, перспективный баланс мой 1905 долларов. Вот, ну, посмотрим. Завтра я постараюсь записать следующее видео про то, как действовать дальше. Буду я лично, конечно, вам потом решать, будете определяться. Но других вариантов нет. Еще очень важный вариант, очень важный момент хочу сказать о мошенничестве, которое сейчас будет на этой почве. Я запишу отдельное видео по этому поводу, и вы сможете посмотреть его по ссылке, которая будет под данным видео. А с вами на связи была Виктория Катаченко. Вам успехов в нашем нелегком деле и всего доброго!